предстоящие выходные Ульяновский драмтеатр порадует зрителей премьерным спектаклем по пьесе Эдмона Растана «Сирано де Бержерак». Это подарок театра к юбилею мастера сцены, заслуженного артиста России Михаила Петрова с виновником торжества в заглавной роли. Был 76-й год, и в этот же год я увидел на сцене Казанского Хачевского театра спектакль «Сирано де Бержерак». Меня это так потрясло. Мне казалось, что это просто гениальный спектакль. Я так заболел этой пьесой. С конца прошлого года в цехах и на сцене драматического театра кипит работа. Комедию ставит Искандер Сакаев, известный ульяновским театралом по спектаклям «Ромео и Джульетта» и «Чайка». Основная задача в работе с Михаилом Николаевичем была добиться уничтожения всего положительного в нем. Он очень хороший, очень честный, очень какой-то интеллигентный и очень вежливый человек. А мне нужен был такой вот, если не хам, такой, знаете, как сказать, одаренный гопник такой вот нужен был. Одаренный в творческом смысле этого слова. На этот раз режиссер отступил от свойственного ему аскетизма в оформлении. Изобретательную декорацию «Трансформер» придумал художник-сценограф Владимир Медведь, а автором светового оформления и костюмов выступила питерская художница Наталья Кузнецова. Комедия станет достойным пополнением коллекции ярких образов Михаила Петрова, посвященных всемогущей любви. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.